Насладиться живой музыкой, обсудить ее истоки и поговорить об искусстве предлагают ярославцам и гостям города. В Ярославском художественном музее прошла пресс-конференция, где журналистам рассказали о тонкостях предстоящего музыкального фестиваля «Лимон». Уже завтра он откроется для всех желающих в губернаторском саду. Фестиваль межрегиональный. Вместе с ярославскими музыкантами выступят гости из Нижнего Новгорода, Архангельска и Москвы. Утро начнется с колокольного звона и хоровых коллективов, а ближе к вечеру гости смогут зарядиться музыкой в стиле джаз, фолк, рок и фьюжн. Также в программе фестиваля игровые экскурсии по старинному парку, лимонно-музейная викторина, детская программа и гастрономическая часть от классических до экстравагантных блюд. Музыкальный марафон начнется в 10 утра и продлится до 10 часов вечера. У нас две части нашего фестиваля. В первой половине дня у нас более традиционная музыка, во второй половине дня у нас уже джазовые коллективы. Но это не значит, что к ним не присоединятся те коллективы, которые были в первой половине дня. И, собственно, вот это соединение является вот главной нашей, ну, так сказать, затеей этого фестиваля. Фестиваль молодой, и мы с вами познакомимся как с классической музыкой, так и с современной. И в традициях Ярославского художественного музея будет много-много каких-то интересных вкраплений, современных проектов внутри этого фестиваля. В рамках нашей политики региональной, государственной, есть такой вектор работы, как фестивальные программы, фестивальная политика. И музеи Ярославской области активно включены в эти программы.